Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Олешко и победитель масштабного вокального шоу Иван Дятлов вместе устроят премьеру песни. Как вам удается сохранять легкость и в то же время не потерять смысл? Я хочу сказать, что всегда легко что-то делать, когда искренне и от души. Поэтому я уверена, что и Ваня, даже несмотря на то, что Ваня не белорус, он из России. Я россиянин с белорусской душой. Вот именно. Вот. Когда мы записывали эту песню, я поразилась, насколько действительно искренне Ваня это делает. Премьера песни «Небо Беларуси». Встречайте. Я зажгу огонь вечный здесь, в моей груди, об отечестве. И пусть он горит о местах родных, о людях, живущих здесь, о грешных и святых, о павших и живых. Я стою под небом Беларуси и голову склоня, за ее величие молюсь я, это добрейшая земля. Я стою под небом Беларуси, вдыхаю его силу, и с гордостью я говорю за все ему. Спасибо. Там, где дом родной и есть рай, там живой водой омыт наш край. А как он поет голосами птиц, мой милый куточек, он светлее. Не позволю, не допущу, не дам ему падать ниц. Я стою под.